лечение здесь все расписано. Здесь вопрос другой, это почему на стул жидкий получается, не может такой конечно. По нему кто-то ползет. Ну, еще. Ну, еще бы, как ее убить? Никак? Мне надо ногти. Ну такой слабенький, все равно еще. А жидкий стул, это у него интерес нужен? Ну, может быть, да, здесь и ставится под вопросом, потому что кровь надо будет, если уже это перелили, через два дня посмотреть. Угу. Единственное. Ух ты, не малышка. Капельница. Была сегодня капельница. Она лежала в камере, да, я помню? Она лежала в камере под капельницей. С грелочкой мне звонили, говорили. Она спит сейчас. И кислород, да, что-то? Что-то кислород, да. То есть я такую процедуру прошла. Но эту процедуру нужно сделать еще не один и не два, а более. Да, ну вот так вот. Хорошо, что на вот такой у нас щенок, новый. Щенок очень истощен. Он в крайне тяжелом состоянии, просто в крайне тяжелом. Вот он на инфузии постоянно. Вот, то есть его капают. Вчера у него была гемотрансфузия. Его привезли практически в коме. Вот. Ну вот сейчас у него упала глюкоза. Сейчас ему опять глюкозу, подняли глюкозу. Вот, но щенок все равно продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии. Вот, ему грелочку периодически туда кладут, потому что, ну, вот, чтобы он не остыл. Ну, вот пока вот так вот. Так, чуть-чуть приоткрыть. Да не, мне просто, чтобы свет приоткрыть, чтобы видно было. Вот, сейчас поближе сниму. Вот такие вот мои маленькие глазки. Мы боремся за жизнь. Вот, боремся за жизнь и хотим очень, чтобы выжили мы. Ну вот, нашли щенят, там очень много щенят. Прям очень много щенят, и они все в таком крайне тяжелом состоянии. Вот. Тут и мой малек. Вот. И пока вот мы находимся в клинике Дарвин. Вчера мы были в Бесте, делали переливание, потому что Дарвин до 9 работает. Вот. А сегодня мы опять привезли в Дарвин, вот у нас стационар.